Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, в нашем районе пройдут в субботу, 29 июня. О том, где стоит побывать в этот день, смотрите в следующем материале выпуска. Праздничный вечер начнется в 16 часов в Северном парке. Там пройдет всем полюбившийся фестиваль красок. Для славянской молодежи выступит диджей Миха Бунин. Затем праздничные мероприятия переместятся в центр города. На Театральной площади в 19 часов начнут работу интерактивные площадки. В 8 часов вечера стартует концерт творческой молодежи. В 21:00 приглашаем всех на молодежную дискотеку. Завершится праздник лазерным шоу. Приглашаем молодежь Славянского района и не только на Театральную площадь 29 июня. Приходите, будет по-молодежному ярко и зажигательно.